Господа, дорогие гости! Я искренне рад приветствовать вас на этом торжестве. Спасибо. Вы знаете, мне приятно, что вы все пришли. Приятно, что вы относитесь к моему творчеству и с любопытством, но и с уважением. Эта маленькая экспозиция представлена здесь как знак того, что я художник, что я пишу картины, что я это делаю, надеюсь, профессионально. И я пригласил здесь в основном своих друзей, которые меня знают, любят, которые не сомневаются, талантливый я или не талант, гениальный я или гениальный, а просто любят. Пока выставка только открывается сегодня, она будет, правда, всего 3 дня. Это такая небольшая экспозиция, представлено 95 картин. Я могу сказать, что это самое большое количество, которое я выставляю в Москве. Вот, все в основном взяты из мастерской моей, 15 работ, правда, из частных коллекций. Вот, но приятно то, что это сделали мои друзья и вот, компания «Эстет» во главе с Гагиком, который вот здесь как раз ходит с нами рядом, но и он делал очень достойно, широко, масштабно, так вот по-русски, знаете, хотя он армянин, но из хорошего, из хорошей страны СССР, когда люди дружили, общались, любили друг друга, приезжали в гости, вот, мне очень приятно, что он уговорил меня, сделал эту выставку, сделал каталог, я думаю, ощущение хорошее, главное, что пришли мои друзья. Те, кто меня любит, кто не сомневается, гений я, не гений, талантливый я, не талантливый. Они просто знают, что я есть и приходят всегда ко мне. Какое значение имеет русская культура? Я? Как? Событие, я думаю, оно событием вообще. В Манеже, в центре города, я не знаю, перед Красной площадью, перед Кремлем. Выставка, это, я думаю, уважение достойно тех, кто организовывал, тех, кто
приходит. На самом деле это знаковое событие, я думаю, для России и для Москвы. Надеюсь. Те, кто мне интересен. Да, да, да. Нарисовать шейхов. Я знаю, что у них не было культуры письма портрета, поэтому я бы хотел сделать это вот тоже. Я думаю, сегодня многие пишут шейхов, но, может быть, и моя бы рука приняла как бы такой вот заказ и написала, и дала истории новое направление, новое как бы новое состояние. Я сейчас лечу в Южную Америку писать президента Чили и Аргентины, две женщины. Вот, и, ну, самый лучший отдых у меня был в Дубае. Я лучше не отдыхал нигде. Вот, а потом я знаком был с шейхом, который меня как бы сопровождал и показывал, как нужно строить, как нужно жить. Широко, красиво, достойно и уважать себя. Вот нам, к сожалению, Россия это пока еще не то, что не грозит, пока мы еще не достигли этого, чтобы уважали себя. Мы уважаем всех, кроме себя. Вот арабы умеют это делать, и я считаю, что нам надо у них учиться. Поэтому я желаю им, чтобы Аллах их всегда охранял, чтобы у них все было хорошо. И дайте нам, русским, дружить с ними, и мы будем тоже соответствовать достойным быть партнерами, друзьями, коллегами и так далее. Пожалуйста.